Добрый день, Павел Марсиненко, Florida Homes Realty Mortgage. Сегодня рассматриваем вариант город Palm Coast, Флорида. Дом с бассейном, 3 спальни, 2 туалета, гараж на 2 машины. Значит, примерная площадь 165 квадратных метров. Дом построен в 2004 году. Выглядит очень хорошо. Красивые колонны при входе. Постелена плитка. Высокие потолки. Где-то 2,5 метра. Это дайнинг-рум. Это называется family room. Где можно поставить. Это мастер bedroom с высокими потолками и с подсветкой наверху. Вентилятором. И видно бассейн. Бассейн очень хорошего размера с джакузи. Это мастер туалет для хозяина. Тоже джакузи. Двойная раковина. И отдельное шоу. Очень чистый и аккуратный дом. Везде такие степ-силинги с подсветками. Очень, очень симпатично. Переходим на кухню. Красивые подсвечники, высокие кабинеты на кухне. Опять же, степ-силинги везде с молдингами. Так, это ливинг-рум хорошего размера. Так, в принципе, много кабинетов, достаточно кабинетов, чтобы убрать всю мебель, убрать всю утварь. Так, здесь это гараж на 2 машины, это лаундри, здесь еще есть синк. Дом разделен на 2 части, называется split floor plan, где с одной стороны мастер bedroom, а с другой стороны две такие комнаты. Туалет, полный туалет. И третья спальня. Высокие потолки. Везде. Большое патио. Закрытое. Covered patio называется, да? И бассейн, большой бэк-ярд, и все с забором закрыто, чтобы для прайвеси. Вот. И бассейн тоже имеет джакузи. Если есть вопросы или хотите найти и купить дом во Флориде с бассейном, звоните мне на телефон 904-859-5002. Спасибо за просмотр. До свидания.